Приветствую вас. Как я понимаю, вам не очень нравится то, что у молодых человек страдает определенной нерешительностью по отношению к вам. То есть вроде бы встретиться хотите, но при этом он все откладывает встречу. Вы знаете, на самом деле, если молодой человек откладывает встречу сам, не принимает инициативу с вашей стороны, значит, ему по такой или иной причине удобно то, что происходит сейчас. Ему выгодно, что вы только приписываете, строите планы, но ничего конкретного он не делает. И поскольку мужчину определяют не слова, а поступки, то вам нужно срочно узнать, как он к вам относится, чтобы вы хотя бы не теряли с ним время, дабы потом не считать о его безвозвратном уходе временно. До этого скажите ему примерно следующее, что если он не хочет встречаться, это его право, но вы сами не готовы терять время на такого рода отношения, где ничего не понятно и где будущее, в общем-то, весьма неопределено. И не расставаясь с ним, не бросая его, вы будете общаться с другими мужчинами. Если молодой человек действительно настроен по отношению к вам серьезно, то он моментально проявит себя с позитивной стороны. А если он считает, что вы должны плясать под его дудку, то он начнет вас обвинять и, собственно говоря, говорит, что вы там ему изменяете, что вы недостойны, что вы ненадежны. В лучшем случае, что можно ожидать при таком отношении, это то, что мужчина отвел вам строгое место в своей жизни, строгую роль в своей жизни, и кроме этой роли вы больше, по его мнению, ни на что не способны и ни на что не имеете права. И если вас такая ситуация не устраивает, то от такого молодого человека нужно, конечно же, срочно бежать. А если вам это нравится, значит тогда отдайтесь на его милость и подождите, пока он настроится на встречу. Вот, в принципе, и все, что можно вам посоветовать в данной ситуации. Потому что отношения на расстоянии по переписке — это всегда отношения условно. Если нету четких ориентиров на перевод отношений из виртуальной области в реальную, то эти отношения, по сути, лишены какого-либо прогресса, какого-либо жизни, какого-либо смысла. И единственное, что они принесут в вашу жизнь, это негатив, опустошенность, неудовлетворенность и чувство, что вы потратили свое время в никуда, впустую. А еще будет разочарование из-за надежд, которые не сбылись. Вот если вы всего этого не хотите, то будьте решительны. Будьте решительны и покажите своему мужчине, что вы не собираетесь его ждать вечно, пока он там настраивается. Но вы же, в конце концов, не его экзаменатор, вы не работодатель, вы не еще какой-либо страшный человек. Напротив, вы девушка, с которой у него потенциально могут быть серьезные отношения. И если он ведет себя по отношению к вам так, а это как минимум странно, то это характеризует его как робкого мужчину, неуверенного в себе, который не привык совершать поступки, не привык брать инициативу и рычаги управления в свои руки. Хочется вам таким мужчиной быть? Хочется вам все время подталкивать его, выступать катализатором, выступать инициатором любых изменений в ваших отношениях? Это ваше право.
Но прежде чем продолжать с ним отношения, спросите себя об этом. Я уверен, мужчина в идеале хотел бы, чтобы вы приехали к нему. Чтобы он себя чувствовал как дома, и там он был бы увереннее с вами. Просто в шутку предложите такой вариант. Посмотрите, как он на него отреагирует. Ну, а вообще, самое главное, я вам уже сказал, нужно показать человеку, что он может вас потерять. Это и проявит его истинное отношение к вам. Ну, и не нужно забывать, что мужчина все-таки женщину завоевывает. Мужчина все-таки женщину покоряет, а не ждет в нерешительности, когда обстоятельства сложится самым удачным образом для того, чтобы он что-то сделал. Ждать можно очень долго, а время потраченное уже не вернуть. Я хочу сказать, чтобы вы ценили свое время, которое вы тратите на людей. И чтобы в то время, которое вы проводили с людьми, чтобы эти люди были действительно вам дороги, чтобы они ценили вас, чтобы вы видели, что эти люди искренне к вам относятся, что они дорожат вами и дорожат тем временем, которое вы проводите с ними. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго.